наверное, в детстве смотрели сказку «Принцесса-лебедь». Когда еще, будучи детьми, принц Дерек и принцесса Аде не нравились друг другу, но, повзрослев, влюбились. Злой лорд Ротбард заколдовал принцессу и убил ее отца, налагая на нее проклятие, в силу которого днем она лебедь, и лишь ночью, в полнолуние, она становилась принцессой. Злые чары мог снять только принц, признавшись в любви навеки. Но все мы прекрасно знаем, что как в сказке не бывает. Поэтому смотрите, что получилось. Встречаем принцессу Лёлю Лебедеву и принца-стилиста Эрика. Збиратися. Так. Ой, щось я бледна якась. Треба щось сьогодні особливе. Стиліст. Круглосуточно. Так. 109, 121, 122. Алло? Да. Це стиліст? А это кто? Как кто? Лёлька Лебедева. Мне надо в 12 быть срочно готовой, поэтому срочно приезжайте. Бегу, бегу. Санта Лючия, смотри в глаза мои, но только не лечи меня. Острый как чили, сладкий как капчлин. Здрасте. Вот. Что это? С этим мне нужно работать. Ну ладно, я ж похисел. Что это такое? Как что, Гуччи? Наивная дурочка. Вы знаете таки, Лёлечка, что ваша красота находится на грани моего психологического взрыва? Я, конечно, понимаю вашу иронию, но я верю, что краса спасет мир. Ну таки война, похоже, не за горами. Ну що, гарна? Та не гарна. Красиво. Йдем за мною. Красивая? Да не шо, а что? Так, ой, последний штришок. Ну что? I'm beautiful. Every day he's so wonderful that suddenly it's hard to breathe. Now and then
so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. No words can bring me down. No way. I am beautiful in every single way. Yes. Вот видишь, я тебе забочусь.